Красноярские медведи ложатся в спячку. Специалисты говорят, обычно это происходит в середине октября. Под снегопад. Но в этом, так как в этом году снег лег в конце месяца, то период спячки у медведя немного сдвинулся. Спать теперь будут животные в среднем 170 дней, это почти полгода. Заповедники замечают, несмотря на проблемы с едой, красноярцы вряд ли встретят мишку на столбах, поэтому бояться не стоит.